Приветствую всех ценителей независимой индустрии, в эфире свежий выпуск Indinity. Лето уже как месяц мучает то жарой, то холодом, а мы, как всегда, составили топ 10 лучших новинок прошлого месяца. Садитесь поудобнее, начинаем! Так, гейм. Динамичный экшен, где утки сражаются между собой. Действие происходит в туристическом мире образца 1984 года. Для уничтожения врагов вы сможете использовать самые различные виды вооружения. Дробовики, лучи контроля разума, магнитные пушки и многое другое. Среди особенностей игры можно выделить кооперативный режим до 4 игроков. Adventures of Pip. В одном далеком королевстве жили диковинные люди, состоящие из пикселей, и суть была проста – у кого больше пикселей, тот и богаче. Но однажды злая королева, правящая соседним государством, лишила жителей пикселей, и все, от крестьянина до богатых вельмож, потеряли детализацию и превратились в обычные разноцветные квадраты. И только красный пиксель по имени Пип решил воспротивиться тирании. Отечественный проект Dreamin. Минималистичная история от первого лица, повествующая об обычном парне, который, следуя зову таинственной девушки из снов, попадает в Dreamingland, страну, где реальность и мечта слились воедино. Казалось бы, цель достигнута, но сложившаяся ситуация в этом маленьком мире близка к катастрофической, а его жителям срочно необходима помощь. Выход полной версии Beat Evolution. Путешествуйте в прошлое в современном ретро-платформере, в котором игрок управляет персонажем по имени Бит. Ему предстоит пройти эволюционный путь развития видеоигр, начиная с 1970-м и заканчивая 90-м. Посещайте новые миры, сражайтесь с боссами и проследите нить развития вашего героя. Her Story. Новая игра от создателя Silent Hill Shattered Memories о беседе девушки и полиции с нелинейным повествованием. Исследуйте базу данных, кадры, которые охватывают 7 интервью 1994 года, в котором женщина рассказывает о пропаже ее мужа. Вводите поисковые термины, пересматривайте ролики, чтобы в результате сложить все воедино. Редкий проект, который потребует от вас внимательно слушать. Lefis – Path of Progress – симулятор создания своего города и его постепенного развития. Сначала это будет слаборазвитое поселение, но потом начнут появляться первые театры, вокзалы и научные центры. Но из-за быстрого развития начинает портиться экология, людей теснит робототехника и недовольные горожане начинают сбиваться в группы, объявлять протесты и устраивать забастовки. Вам предстоит восстанавливать порядок. Релиз полной версии The Master Plan. Мечтали ли вы когда-нибудь совершить самое крупное ограбление в истории человечества? У вас есть такая возможность попробовать его совершить, по крайней мере перед вашим монитором. События игры разворачиваются в 70-х годах в красивых 2D-декорациях. Вам нужно собрать отличную команду, найти необходимое оборудование, продумать все детали плана и, наконец, совершить это самое ограбление. Streets of Fury X. На улицах Парижа стало неспокойно, ведь именно там орудуют профессиональные гангстеры. Игрокам придется участвовать в разнообразных драках для выявления самого сильного. Также вы сможете не только драться против компьютерных противников, но и присоединиться к одной из возможных сетевых баталий. Окончание раннего доступа Super Chibi Knight. Двумерный RPG-экшн-платформер с изучением территорий, зачисткой ключевых локаций и выполнением различных квестов. В игре прекрасная прорисовка, плавная анимация и дизайн окружения монстров и героев. Вас ждет великолепное звуковое сопровождение и увлекательный геймплей. You Must Build a Boat. Исследуйте мир, плывя в лодке с вершины башни магов в самой глубины ада. Набирайте команду и подключите монстров к вашему делу, чтобы получать бонусы и помощь в бою. Используйте магию, чтобы выполнить квесты. И не забудьте посетить магазин, чтобы закупиться предметами. Все подземелья генерируются случайным образом. Как быстро вы сможете построить свою лодку? Number 8.
На этом выпуск подходит к концу. Надеюсь, вы нашли для себя интересные проекты. Не забывайте ставить лайк, если вам понравился выпуск, и подписываться на канал, чтобы не пропустить 7-й в начале следующего месяца, а также новый дайджест, который я в скором времени продемонстрирую. С вами, как всегда, был я, Алексей Шавельев. До встречи!